Колян, блядь, пошел. Металл завтра пойдем искать. Леха мой, дорогой мой, многоуважаемый. Поздравляю тебя с недельным уже днем рождения. И хочу преподнести тебе подарок. Это, как говорится, чем... Я надеюсь, это не кольцо обручальное там. Чем бесполезней подарок, тем приятнее его подарить. Все как, знаешь, как в этом, как в уроке труда. Все сделано своими руками. Ну это еще, блядь. Блин, как его... А вот снимай коробочку, надо открыть. У меня что-то не получается уже, ни хрена. Так, во. Ну, упаковал, сам открыть не можешь. Ты мне эту коробку просто решил подарить. Коробку! Это твой взгляд. Это тебе, смотри. Держи коробку. Коробку держи, показывай. То есть там палочка, палочка. Палочка, важный элемент, палочка. Ни хрена, что это? Потому что... Это вешалка для ключей. То есть надо в стене дырочку просверлить, потом палочкой его вот так оп, где-нибудь возле входной двери, да? И заходишь, и так раз ключ сюда, и уже не потеряешь никогда. Блять, так. С днем рождения. Спасибо. Вау! Спасибо. Ты повзрослел. Да, расти большой, не кашляй. Твоей деревне привет. Спасибо. Так, тебе мерчевая фигня, тут нашивочка. Блять, вообще от души. Я как раз... Ты был еще на Winter Trash. Ну я в курсе, что я там был. Это запомнили, по-моему, все, блядь, как он нахуй выжигал, блядь. Да, вот значочек. Блять, от души. От души. Следующий адовый мужик! Слава Боцман! Сейчас он подарит фантастическую вещь! Здоровья тебе! Без этой вещи вообще никак! У меня такой практический подарок! Бля, вообще заебись, всех буду резать! Ты понял, вот это искренне рад! Вообще, вот это, бля, это пизда-то вот так нахуй! Да? Получил уже все, что хочет! Бутылку, нож! Бля, это там, вообще, нашивки. Ребята! Адовый мужик! Класс! Интеллектуалы, ваши! Шляпа Бэнд! От интеллектуального микрона. Подарочек такой чисто. Чисто микроновский. Сильно того, Максима Горького. Аплодисменты! Читайте Горького, и будет сладко! Мы изначально хотели сумку привезти. В общем, все не твои. Вот это, бля, пиздец! Читай, наслаждайся. В следующем году подарим остальные деньги. Бля, пацаны, Владимир Алексей! Бля, ну это вообще... Вот это да! Так что давай, расти духовно. Спасибо. Давайте еще раз похлопаем. Стругацких классику читай, перечитывай. Спасибо, Димон. Спасибо, микроновская братва. Блин, давай, подтягивай. До пенсии осталось каких-то 20 лет. Я жалкая развалина, и мне уж 40 лет. Устроился на каторгу и отбываю срок. Страну прокормят те, кому за полтишок. И вот кожа ротине работать, только водку жрать и не работать. Сейчас радеет, не пей, качайся, брат. А то, что всех споили, нахрен Ельцин виноват. Туда не плюнь, ни алтар, ни депутат, ни юрист. Кувалдой некому махать, ёбаная жизнь. Водку жрать и не работать, только водку жрать и не работать. Водку жрать и не работать, только водку жрать и не работать. Ёб давай, водка ты
Катринген Лихтарбайтен, вас Катринген Лихтарбайтен, только вон Катринген Лихтарбайтен! Эй! Давайте позовем Катринген Лихтарбайтен, закручивайте! Лихтарбайтен! Лашига-дрыга, по-орловски. Саша, твоя какая любимая группа? Вот если по-честному, а то я все никак добиться тебя не могу. Юту. Юту, да? А я блин, у меня столько, втором месте какая? У меня столько пастеров дома. Я понял. Вот. Ты, кстати, не видел, да? Там есть нет, редкие вещи. Нет. Из журнала 84-го года, прикинь. Круто, круто. Ну а по второй значимости какая для тебя группа? Кью, потом Депеш Мод. Три группы, да, вот да, эти? Отлично. Пойдем к ребятам сходим, спросим, пошли, какие у них три любимые да, группы. Да. Добрый вечер, Слава, вы на день рождения. Угу. Так, сходу прям говорите, какая первая для вас самая крутая группа? У тебя нет любимой группы? Нету. Блин, даже трех любимых групп нет, назвать не можешь. Нет, нет. Ты меломан. Я понял, слушаю, ты то, меломан. Я слушаю то, что мне нравится. Первая группа инвалидности. Первая группа инвалидности у тебя. Ну а ваша, Кеша, какие три любимые группы? Самая значимая для вас группа? Самая значимая? Гражданская оборона, Оргазм Нострадамуса и Ленинград. Отличный выбор, отличный выбор. Клёпа, ваши да, три любимые группы. Три группы, да? Да. Один мужик. Ага. Монолит и этот. Монолит. Монолит, да. И еще этот, московский забыл. Какая московская? Это, что приезжала, сначала. Девчонка где-то поет? Да. Назло, что ли? Да, да, назло. Вот, влюбился в вокалист. Группа Назло, у вас наконец-то есть фанат искренний. Вот он. Лёпа. Какая деревня? Какая деревня? Психа, нормально. Деревня психа. А, московская. Алексей, ваши три любимые. Три любимые команды? Да. Блин, ну тремя это вообще мало. Нет, вообще самое значимое. Самое значимое, вот я могу назвать исполнителя, Ронни Джеймс Дио. Не, ну это понятно, железный карлик, это всегда гуд. Да, у него плекуха была железный карлик, он мелкий был. Да, такой, да, как вот Костя Саримов. Ну орал вообще дико. Ну а вторая какая, третья? Вообще даже... Да их много вообще. Понял, что теряешь, тоже меломан. Ну давай вот креатор так назову. А, ну понял. Креатор, если из трэша. Ага. Ну, Моторхед, ты ж таскаешь балахон. Ну, блядь, Дисси, Моторхед, ну это... Это классика, короче, папы. Всем нравится, ёптись. Лысый, ну ты, как всегда, скажи там, что там. Ну что ты? Раздувай синевой парашюты. Нет. Что, у меня три, блядь, которая нравится, это, блядь, Dead Clock, нахуй, Disturbed, блядь. Ну, я не знаю, блядь. Ну и, блядь. Бля, лысый, под эту. Ну, а что, если нравится? Ну, а третья от этого команда, блядь, мясники там. Да нет, бля, вот не поверишь, нахуй, эти, блядь, как его, нахуй, которые выиграли, блядь, Евровидение. Лорди. Лорди, да, нахуй. Вот, бля, у них есть мясники в натуре, нахуй, достойные. Да. Ты секешь, лысый, какие группы? Дима, Дима, дорогой. Я не знаю. Я не знаю, Бэби метал. Бля, ну она не скажет, чтоб она моя любимая, ну послушать можно. Ну, круто. Бля, на самом деле все люблю, всех люблю.
А двое мужик не люблю. Так сильно, как все остальные, конечно. Ты извини, с винорезом кто-то хвалился. Да, был. Ну так что, я закончу. Слава, а ты что спрятался? Иди сюда. Закончил вопрос, да? Плать, у тебя какие три любимые группы? Ну, блин, определенных нету очень, но которые слушаю в последнее время, могу сказать. Ну, это Гаджиру, бля, вообще нормальная тема, мне понравилась. Очень технично. Ну, очень технично и быстро. Хуй так поверит. Ну, да. И там подытухи больше. Ну, я понял. Там дед можно весь служить. Без разницы даже. Ну, может, техно-дед какой-нибудь, или просто дед, брутал-дед. Конечно, чем интереснее, тем лучше. Да. Ну а самая любимая, наилюбимая. Какую вообще ты первую группу услышал? Вот это у меня на звонке стоит. Во, отлично. Dead Clock! Nathan Explosion Forever! Выключай, выключай. Вот эта тема, блядь. Вот это мудрится. Что там? Клеп еще гранитный цех сказал. Гранитный цех, у вас появился офигенский фанат. Передавай привет гранитному цеху. Ребята, всем привет. Всем здоровья, успеха, успеха. Успеха, репетиции побольше, музыки побольше. И девчонок. Да, и девчонок побольше. Юра, у тебя появился офигенно преданный фанат. Свинка Пеппа. Ты смотришь, Саш, мультфильм «Свинка Пеппа»? Нет, я смотрю в этот, сейчас скажу. Что? Саша, посмотри мультфильм «Кот Кокос». Да, «Кот Кокос». «Жил-был пес», вот. «Жил-был пес», мой любимый фильм. Офигенно. А ты знаешь песню из этого мультфильма? «Четыре станка». Не. А там песен не пою. Вот там лимург. Давай, давай, Саша, давай, давай, братан. Давай. Эй, блин. Сергей, как бы идет уже третий час, день рождения, как вы себя чувствуете? Блин, ну я чувствую так, как будто идет третий день. Очень хорошо. Справляют дни рождения, по-разному бывает. Кто любит просто дома, кто в гостях, кто в кабаках. А я свой день рождения на улице справляю с фунфыриком в кармане и с гармошкой в руках. На что мне рестораны, там два счета обсчитаю, а дома гости нахлые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе играю, и жду, когда волшебник в вертолете прилетит, пою с улыбкой на лице. И не понять прохожим, зачем стою на улице с такой веселой рожей. Стою, пою, уж битый час, рука играть устала. Уже пол-литра скушал я, волшебника все нет. Чего это трудно вдруг у нас с волшебниками стало? Шалят чего-то мужики, не знаю, в чем секрет. Я так играл, что аж вспотел, промокла вся рубашка. И я, занюхав огурец, еще пол-литра съел. Дуэт «Балда» выступает. Дуэт под названием «Балда». Наша такая деревенская, из нашего деревенского фольклора композиция называется «Джамай и Егор». Это, короче, про одну такую семью. Ну, короче, ну мы поняли, как про Щербунов, короче, говорят. Самую точку, да? Самую точку. Жили они и не знали горя, Джамая и Егорыч, Джамая и Егорыч. Просыпались они в одной постели, в холода и зной, в дождь и метели, если их песня еще не спета, если нет в ней припева и куплета, если их сказка сладкая были, да прибудет с ними
волшебный костыль. И если выйти, то постучится враг, сохранит их души серьезный кулак. И если кто-то нарушит их семейный сабантуль, Егорыч покажет тому же ясный хуй. Я уже выпил. Уже выпил? А теперь закусываешь, да, типа? Да. Вилку потом передашь, что ли? Рок-н-ролл жив! Хотел их вышить. Я вот фотку эту вырежу, и мне, блядь, на могилу надо. Прихуярь, просто я буду очень рад. Хуярь, хуярь, Клёпа, хуярь. Вот это я мучаю. Короче, давай блюз, 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 блюз. Мужики, короче, блюз. Слышь, Клёпа, со скольки лет играешь на гитаре? Я вообще первый раз вижу, да? Первый раз. Первый раз? Да. Ну и как? Нравится? Да. Да не, блядь, я уже так. А что раньше не играл? Ну, просто гитары не было. А что, в деревне гитары не было? Шашлык. Я приехал. Итак, идет 16:00 дня рождения. Жарится очередная порция шашлыков, дождь прошел, идет снег. У нас экстремальный день рождения, то дождь, то снег. И еще зайдись. Какая страна, такие условия. Да идти в нос рисаться, вот это экстремальная хуйня. И там что-то происходит ужасное. Блядь, моя сумка мокрая! Саша, ты зачем оторвал тент? О, как за мясом кинулся, блядь. Дайте сумку, блядь, книги дай. Блядь, книги мокнут. Книги мокнут. Библиотеку спасают. Блядь! Ужас какой-то. Туда вода вылилась с крыши, бля. Охуенно. Всем мира и здоровья.